Всем привет, с вами Джага, мы продолжаем играть The Binding of Isaac Rebirth. Новый забег, мы его завершим лазарем. Да, а почему бы и да? И что тут у нас? Проклятие потерянности. Мы не видим карту. Ну и ладно. Вот тут бы бомбу, чтобы добыть что-то в сундуке. Хотя там может быть вообще ничего хорошего. И вообще, где наш артефакт? Почему мы сразу не попали к комнате с артефактом? Так, подождите, вторая комната с ключом. Что ты какой шустрый. Ой, да ладно. Одна комната с ключом. И тут вторая. И даже ключ дают. Это чё? Short range mega tears. А, вот это хорошая тема. Это просто прекрасная тема. Вблизи дамажит так, что все прям падают. Я думаю, одно из них библиотека, и там будет книга. Какая лучше? Та самая, которая Некрономикон или Телепатия для чайников? И та, и другая. Это тоже неплохая. Ладно, может продамажим кого-то Некрономиконом где-нибудь там. На боссе. Раз уж на халяву. Все равно в магазин тот, который там, лучше не идти, потому что денег-то нету. Даже бомбу дали. Там был камень с крестиком. Надо обязательно прийти и взять, потому что такие вещи лучше не пропускать. Ах, какой камень с крестиком. Сундук! Ха-ха. Крестик был? Я что-то уже не помню. Я просто пишу несколько прохождений одновременно. Ну как, одновременно. Одно за другим. И вот что было в прошлом, могу уже и не помнить. Давайте-ка глянем, что эта штука делает. Вот я так... Временно психические какие-то выстрелы. И что будет? Фиолетовый — это наводящиеся, правильно? И заряжается всего две комнаты. Ну ладно, мы возьмем Некрономикон. Он, по идее, сразу всех вынесет в комнате, если они дешевки. Да. Вот тут бы хорошо было слезы. Проникающие, как они там, спектральные. Так, вот взорвать, чтобы зацепить и горшки, и камень с крестиком. Вот как-то так. Ну, вот это не надо, а вот это ладно уж. О! Вот такое. Сделка с нечистым. 100%. Но... Плюс сверху не будут падать, дамаг наносить. Но... А вот и пин. Привет, пин. Его как раз и сблизято ебить. Блин. Ах ты, козел. Хотя нет. Лопнул. Где сделка с нечистым? Ну и ладно, в принципе. Может, надо так вот зайти-выйти? А нету. Я забыл этот самый Некрономикон включать-то. Ну, черт с ним. Да что ж ты? Да, вот такая вот полезная. Кстати, у нас есть пилюля, которая увеличивает скорость. Хоть что-то. Вот сразу хорошая пилюля. Оп. Вот эти слезки хоть как-то вот выручают в этой ситуации. Прекрасно. Че дадут? Золотой слиток. Golden Touch. В принципе, кто нас коснется, станет золотой фекалией. Но... Как сказать...
Не знаю, хорошо ли это. О, деньжата. А вот это хорошо. Ну, нет, оставим бомбу, вдруг будет камень с крестиком. Это полезнее, чем просто бить горшки. Вот ты ж. Вот, кстати, и камень с крестиком. Да ладно! Что-то и сердечек не видать. Ну уж придется тут как-то взрывать. Ну давай так. Эй, нет, это отстой. Это тот самый, по-моему, стеклянный череп, который... Что же он делает? Он телепортирует, если в другую комнату, с которой вы пришли. Телепортирует... Если здоровье становится половинка сердечка. Особенно это печально где-нибудь на боссе. Hell's down! Да ладно! Это чё? Well of health. По идее, это когда мы будем брать монетку, будет еще появляться сердечко. Появляется, но не часто. Ну, другого артефакта нет. Пока что. Пусть этот будет. А, я-то еще должен был зайти в магазин, да? Но там, да, нету уже ключей. Окей. О, теперь-то есть ключи. Почему этот ключик раньше не выпал? Я бы сохранил много ключей. Ну ладно. Так, 13 монеток. Ну, можно взять просто карту за 7, хоть что-то. Она это все показывает, кроме самого главного. Где босс? А вот и босс. Это Дингл. Ну, как бы Некромикон его продамажил слегка. Ну, совсем не так, как хотелось бы. Не-не-не-не. Хитрая рожа. Это ужасное оружие. Это он сейчас будет скакать. Скакать. Хм. И сдохни. А вот и сделка с нечистым началась. И нам как бы ему предложить особо нечего. Может, там будут просто красные сундуки. Опять же, там может быть не совсем сделка, битва с... каким-нибудь карамбусом. Нет, таки это сделка. Ну да, троллейбомбы, конечно. Я вот что думаю, что это вот за две сердечки? Вроде не попадалось еще. Абадон. Вот такое. Убирает все твои красные сердечки и дает 6 черных. Плюс 1,5 дамага, плюс 0,2 скорость. У слез теперь есть шанс испугать врага. Ну и chance to fear enemies. Ага. Если удача 85%, то еще больше шанс. А этот чувак, по-моему, жрет вот этот чертенок. Сейчас я точно гляну. Ой. Значит, он жрет красные сердечки, это я точно помню. И создает за место них... Да ладно, и создает за место них эту самую, ну, как его, серые сердечки. Ну что, то мы полностью можем перейти на темную сторону. Ну, не знаю. Дамаг увеличен. Пошли разбираться. Ну как, пошли? Мы тут уже все прошли-то. Тут уже ничего, никуда идти не надо. И да, пусть у нас будет вот этот красный пятак, который будет создавать сердечки. Он будет их жрать, вот этот помощник. И создавать серые. Ну, это хорошо. Такое комбо, мини-комбо. Так, проклятие слепоты. И что это значит? Мы не видим
Какие артефакты берем? Уоу. Слушайте, они действительно пугаются. Это немножко неудобно. Ну, только немножко. Да что ж такое? Чтобы они какие-нибудь наводящиеся были. Иди сюда, что ж ты делаешь, сволочь? Круглая, катящаяся, бегущаяся. Ненависть. Вот, сожрет, серое сердечко принесет. Еще нет. Ну, ладно. Ключей-то нет, а ключей-то и нет. Жри давай. О, серое сердечко. Хорошо, хорошо. Мой маленький демонический помощник. Бомбы, бомбы, что бомбы? Нам бы ключей. Бомбы, это, конечно, классно. Хоть пауки не лазерные. Еще есть? Ох ты. Вот и ключик. Чтобы ее взять, надо взорвать грибов. Причем два раза. Значит так, мы тут взорвем. Тут мы взорвем 3, 2, 5, а тут 4 только. Давайте 5 взрывать. Неведомые пилюли. Локдаун, да ладно. О. Сволочи. Они убили мое хорошее настроение. Батарейка. Ну, как бы, ладно. Значит, нам надо... Что нам надо быстренько к артефактной взять что-то классное? Что там будет классное? Может, оно улучшит мне удачу. My Life Saving. Piggy Bank. В общем, это... Свинка-копилка. И если нашего персонажа будут бить, будут выпадать монетки. Будем подбирать монетки, получать красные сердечки, а за них серые сердечки будет делать демонический помощник. Вот такой хитрый конвейер. Зла. Ха-ха-ха. Наверное, босс тут. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Сейчас взорвется. Ну и нормально. Сволочь. Зато сколько монет выпало. Ёлки-палки. Да, теперь в магазине можно что-то взять хорошее. О, он вернул нам сердечко. Молодец. Но чтобы зайти в магазин, надо ключ. Успел. Ну, понятно, тут босс и... Да, тут босс. Ну-ка. Давай, серое сердечко. Тебе одного красного мало. Ах, ты ненасытная тварь. Ну да, для него это комплименты, ведь это демон. Да. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Попроще, ребята. К этому относитесь. О. Отлично, вот этого ключа нам как раз не хватало. Теперь можно бежать к магазину. Как? Ух, к магазину. Ну, подождите, не спешите. К магазину мы еще успеем. Жри. Черное сердечко. Ух ты, хитрюшка. Знаешь, как угодить своему хозяину и повелителю. Молодец. Позвольте пожить еще чуток. Ха-ха. Ну, глянем, что. Неведомый артефакт. Вот это, и это страшно. The Pact. Damage и Tears Up. О, это хороший артефакт. Сейчас мы возьмем черное сердечко. Так, тихо, тихо, тихо. Монетка, монетка. Ну, мало красных сердечек. Ну, ничего. Мы их наберем еще. Так, значит, там были, а тут не были. И тут... Да. Все полезнейшие артефакты. Один другого полезней. Какие только. Ладно, давайте на удачу. Habit Item Martyr.
Значит, что? Когда будут бить персонажа, могут появиться какие-то предметы. Окей. Ну, хоть так. Хоть что-то взяли. Не то чтобы на халяву, но взяли. Ах, да. Ну, попробуем. Че уж. Ну, удача аж понижена. С некоторого времени. Как кто-то съел пилюлю неправильную. Все, пошли разбираться. Кто такой Пип? Ненавижу. Пип это ненависть. Хэштег ненависть. Пип это ненависть. Ну, типа. Ви значит вендетта. Пип значит ненависть. Так, сожри, быстрее сожри. Но же есть, я же забыл, некрономикон. Вот мы их сейчас их задамажили некрономиком. Нам. Давай, серое сердечко. Ты сможешь. Тут нам хотят дать что? Damage range up. Jesus, Jesus. Так, он не рискнул нам предлагать что-то за серые сердечки. Понимает, что мы можем ему навалять за это. Неведомая пилюля. Лемон пати. Ну. Пауки? Пауки? Так, все прошли. Все. Ну, окей. Мы уходим. Дамаг более-менее. Теперь бы еще дальность увеличить. Было бы неплохо. Катакомбы часть вторая. То есть это уровень, походу... Четвертый. Ух ты. Кто б ты там не был? Гадкий паук. Да. Пилюля. Health up. Прекрасно. Ох, а это красное сердечко. У нас будет красное сердечко. Лемон пати. Speed up. Ну, это можно. Блин, красное сердечко. Срочно отдать нечистому. Локдаун. Не, локдаун не надо. Все, уходим. Блин, красное сердечко. Куда оно взялось? Как... не кстати. Еще одно лемон пати. Вот, тут-то мы можем взять что-нибудь серое. А еще бы бомбу взять монеток. Или магнит, или... ну, в общем, нету. Как говорят мне на работе. Хотите конфетку? А нету. В бою нам предлагают серый сундук. Окей. Это всего лишь один из трех боссов. Ну или из двух. Может только из двух. Ой, хаунд. Тут хэштег ненависть. Я его ненавижу. Монетка. Надо было взять. Ах. Ну ладно, пока у нас все завалено серыми сердечками вообще. Вообще все. Так, вот это все убить. Срочно убить, пока оно не сделало выстрел. Ну или так. И ничего не дали. Вот ведь. Какое гадство. Пока туда-сю взять серое сердечко, потому что, ну, чтобы черное не потратить. Ух ты. Короче, потратил. Некрономикон, ё-моё, для чего он нам нужен? Стоять! Нам красные тоже надо. А чё? Ну ладно. Так, вот этих ребят я ненавижу. Хэштег ненависть. Сволочь. Ну ладно, хоть... наш злобный помощник подогнал серое сердечко. Сейчас так вот надо выйти, чтобы по прямой пройти, чтобы ничего не задеть. Оу-оу-оу-оу-оу, полегче. Полегче, ребята, полегче.
Ага. Да-да-да-да. 10 монет, 10 монет. Что это? Forget me now. О, нет, это таблетка, которая перезапускает уровень наново. И я не знаю, зачем. Может, для того, чтобы найти побольше артефактов? Вообще, это было бы интересно, но долго. Долго я не хочу. Вот это за 15. Обе две классные. У нас нету этих 15. Мы можем, конечно, их набить. Но они классные. Мух, по крайней мере, нет. Вот это хорошее. Надо бы взять. Вот надо. Надо. Где? Где монетка? Далеко. Ну, мы сейчас найдем монеток. Я думаю, это не тяжело. Опять ключ, хорошо. У нас их не так и много. Ах ты. Ну, правильно, он нам монетку нашел. Кто такая? Не знаю. Отлично, серое сердечко. Могли бы и монетку подогнать. Мы, знаете ли, их ищем. Еще 3 монетки. И смотри-ка, что он выпускает. Ах ты, маленький залой. Гадюшник, вот так. Значит, нам надо еще 3 монеты. Хочешь, не хочешь, их надо. Ну вот, уже 16. Все. К магазину, который тут вверху. Правильно? Взять вот эту штуку. Ну, это тоже классное, на самом деле, вот это вот. Ну и пошли мочить босса. 2 серых сердечка валяется. Можно было бы еще чуть-чуть подамажиться и взять и вот то вот. Ну, я не уверен, что оно нам понадобится. Вот в чем проблема. Все, 15. Ну да, это было такое мазохистическое, но все-таки. Хоп. Прекрасно. И пошли брать. Что-то, правда, как-то он поменялся слегка. Ну ничего, это так надо. Пошли заберем серые сердечки к боссу и на выход. Да, вот такая система. Так я придумал. И, кстати, можно взять этих монеток. Прекрасно. Он прекрасен. Ключей, правда, мало. Ключей бы побольше. Ну так, в магазин. Там был ключ. Ладно, возьмем один. Ну, вдруг понадобится. Срочно, а не будет. Как всегда это бывает. Все, теперь пошли разбираться... Кто там? Что там? Где там? Босс, говорите? О, Кэрин Квин, это злой босс. Ей вот эти фекалии самой не вредят, красные? Судя по всему, нет. О, позолотело. Золотое касание сработало. Давай, чувак, жри сердечки и серые создавай. Здесь он паука не выкинет нам. Ну, умеет. Чувак тот еще, помощник. Так, и то другое вроде на дамаг увеличение. Ну, я не знаю, что из этого лучше взять. А я не помню, давайте-ка я пока туда все быстренько, очень быстро гляну.
Я вот забыл, что вот этот белый шприц точно. Все эти шприцы, помните, это еще надо помнить. Я вот не помню. Так, белый шприц и фиговина непонятного. Что это вообще такое, кстати? Что это, смотрю на планшет, ничего не вижу из этого. О, ну как так-то? А самое главное, потом смотришь, так вот же оно, елки-палки. Вот, кажется, белый шприц. Синтол, damage up, range up, tears. Вот давайте, наверное. Если это синтол, конечно. Нет, это спидбол. Скорость и shot speed up. Ну ладно, тоже хорошо. Предлагает заодно красное сердечко. Знает, что предлагать. Увеличение дамага прям ужаснейшее. А у нас с дамагом что? У нас дамаг и так неплох. Сильно ли мы его увеличим? Не уверен, что он сильно увеличился, но пускай. Это красное сердечко только мешало. Ну, значит, все. Идем дальше. Блин, вот же эта штука. И она была 2 Soul Hearts и Tears. В общем, мы выбрали правильный шприц. Это был шприц. Окей. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, сам напоролся. Виноват, чё? Давай жри. Какие-то невероятно гигантские слезы, и это классно. Черное сердечко подкинул? Ну, тут как-то вот не очень. Ключей всего 3, сундуков 2, но к ним еще надо... В общем, нету. Кстати, что у нас там? Да. Где там помощник что-то подтупливает? Он не быстрый. Он огорчает своего хозяина. Да, это не помощник, это раб. Демонический раб. Жри давай. Сердечко? Ну, хоть паука не кинул, и то хорошо. Тут у него это бывает. Бёмба. Бёмба, это классно. Бимба. Давай, жри. Скотина. Паука дал, но он за нас. Смотрите-ка, то хорошо. И мы как раз взяли гигантские мухи и пауки, поэтому вот за нами бегает теперь гигантский паук. Это хорошо. Что такое? Мамаша? Мамаша, сидели бы вы дома. Глупая мамаша. Даже не мамаша, а рука ее. Так, это уже лазерные пауки. Окей. Ой-ой-ой. Не-не-не, ребята. Не сейчас. Рица, I guess I die another day, but not now. Окей-доки, жри давай. Жри давай. Мало, ему мало, все мало, ненасытное чудовище. Монетка, сердечко. Давай, давай, жри, жри. Мало. Мало огня. А в бою что предлагают? Золотой сундук. Нет. Ой, неужели лазер? Или это та, которая гигантская слезинка? Это гигантская слезинка. Я не люблю, но ладно. Придется как-то с ней разбираться. Ну чё, я... нормально. И они все как прыгнут. Эх ты! Как это произошло и что это вообще было, я не понял. Ну ладно, жри давай. Вот и хорошо. Магазин. Так. За 7 монет какой-то отстой. За 15... Копирование карты. У нас и карты нету. Ну, за 7 монет это, кажется, увеличение
Больше места для карты. Или это карта-генератор? О, слезинка. Чем ближе к нам, тем больше. О, вот оно что. Ну, это не очень весело. Ну, все равно хорошо. Ну, ладно, возьмем копирование карты. Хоть бы какую-нибудь карту дали. Ну, как-то, честно говоря, не очень. Чем дальше, чем слезинка мельче. Двигается медленнее, а это плохо. Фекалию, фекалию, фекалию. Вот и все. А ну не прыгать! Не прыгать, я сказал. Не-не-не-не. Так, тут как-то так хитро взорвать, чтобы достать все. Все достать не получится. О, камушек. Damage up. Еще больше дэмэджа. Окей. Ну и чё? Ну, к боссу, наверное, что еще? The cage. Как не кстати. Сейчас еще тут. Хм. Цыпа-цыпа-цыпа. Гуля-гуля-гуля. Так, трусы и ложка. Ложка увеличивает скорость просто. Трусы, дальность. Дальность возьмем, но по идее дальность стрельбы, а значит слезинка будет дальше уменьшаться дальше. Чего нечистый предлагает? О, конечно, он предлагает бой. С карампусом, ну конечно. Угу. И даже бошку карампуса, и это даже неплохо. Ну окей. Те, конечно, копирование карты это круто. Ну да, вот так. Ну все вроде. Что-то я забыл в магазине, мне такое, так надо вот как будто его взять. Карта-генератор, да? Говорите. Ух ты, ё-моё! Вот он и лопнул. Все, уже не 999, блин. Ну что, все берем. Да-да-да, теперь сердечек хоть объешься. Да только надо ли. Что это было? Это карта-генератор, все правильно. М-да. Давайте еще сгенерируем карту. Почему нет? Отшельник. Куда нас принесет? Сюда же. О, перфект. Короче, все, спасибо. Блин, взорвался автомат. Я столько его держал заряженным. Теперь что, заново накидывать туда? Ну, ну ладно. Так вот, что я выкинул-то? Бошку карамбуса и взял карта-генератор? Ну это ж глупо. Окей. Следующий уровень. Тут будет уже мамаша. Само. О, блин, ненавижу. Ненависть — это привидение. Зато эта слезинка, она вот этих ребят убирает хорошо. Вот это да. Magician. И чё? Она будет наводящейся? Неужели? Просто гляну, чё тут есть.
Давай, фекалия, взрывайся. Неужели деньги? О, нет, это отстойный артефакт. Нет, ничего нет. Ничего полезного нет. Имеется в виду так. Нет, это отстой. Это вообще, фу. Ты ж ты... Что ж ты... Ты кыш... Ты тоже. И ты. Вот, конечно, найти сейчас артефакт, который деньги и сила, то было бы круто. Да хватит тут цепляться, елки-палки. Что за расслабоны? Кругом враги. Ну, расслабоны. Давай, взорви всех. Взорви всех! О май гад! О май гад! О май гад! Ну, то есть сундук. Давай. Да, вообще не весело. Кто еще? Воу-воу-воу-воу-воу. И попал ведь. Да хватит уже попадать, сколько можно. Еще третий будет? Нет, нету. Ну и хорошо. Че-то уж совсем больно. А, да, давай, жри серое сердечко. Побыстрее. А, вот и хорошо. Ну как хорошо? Особо-то ничего хорошего и не наблюдаю. Больше бомб. Бомбы по две будут падать, но... Это, конечно, да. Ну уж возьмем серое сердечко, уж раз так. И остается же еще один артефакт найти. О, ключ. Вот так просто валяется. Заходи, бери. Тихо, 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 тихо. Лазерные пауки, это ж надо. Жри давай. Сердечко кидай. Давай. Оп. Паука кинул. Вот ты ж сволочь. Сволота, а? Нормально? Паука кинул. А ну-ка, сердечко накинул. Вот так бы сразу. Ну, раз так. Вдруг еще выпадет хорошее. Ну, во-первых, секретная комната. Я не понял как, но сразу слезу его убило. Руна Беркана. Вот что делает. В упор не помню. Беркана. Ага, три синих мухи и паука призывает, и они у нас гигантские. Это хорошо, это можно какого-нибудь босса завалить вот просто мухами и пауками. Не устроим. Ой, как кстати. Тихо, тихо, тихо. Вот что это такое? Что-то хорошее. Infestation shot. То есть что, когда просто стреляем, появляется что? Или когда взрываются враги, появляются мухи и пауки, которые их убивают. Наверное, так? Ну ладно, в общем, понятно. Вот это бы взорвать. Ух ты, подлое зло. Да. Вот. Место врагов. Стоп. Вуп-вуп что дает? О, не-не-не-не-не. Вуп-вуп не надо. Вот хорошо. После уничтоженных врагов получаются большие мухи-пауки.
это хорошо. Это мы сейчас с боссом разберемся. Да плюс у нас еще башка Карамбуса. В общем, более-менее. Карта что? Magician. Magician, ладно. Тут что такое валяется? А, отстой. Это еще хуже. Сердечко. И знаете, мы его, наверное... Мы его не возьмем. Или возьмем? Давайте возьмем. Мало ли что там будет с мамашей. Итак, мамаша. Слегка растерялся. Но только слегка. Что-то с ней случилось, не знаю, застряла. Ну, так и надо. Так и было задумано. Он нечистый что-то хочет. Что хочет? Всякое хочет. Блин. Надо тут выбрать правильно. Это полет. Это повышает шанс выпадания серых сердечек. Ну, и это дает 3 черных сердечка. Отлично. Ну, мы идем на светлую сторону, поэтому адский демон будет мстить чему-то, кому-то там где-то. Окей. А руну Беркана придержим пока. На каком-нибудь боссе можно будет хорошо использовать. Да даже на вот этом, который будет там мамаша. Ну, сейчас, правда, дофига пауков. И всего, и всего, и всего. Это хорошо. Ну, эти они со всеми разобрались. Да, надо, кстати, больше красных сердечек. Не знаю, монет где-то пособирать. Что-нибудь такое. Ух ты, ух ты, ух ты. Да ладно ты, что ты. Сколько ж можно? Блин. Ну вот так. Вроде да и вроде нет. Надо где-то красных сердечек срочно набрать побольше. Чтобы демон их всех съел и сделал кучу серых. Давай. Блин, опять ему мало. Не-не-не-не-не, это не нет. Камень с крестиком, ну-ка. У нас же даже полет есть. А вот нету. Пилюля. Ну, батарейки создает. Но мы ее используем тут. А руну-то заберем. Руна ого-го какая. Во-во-во. Ну, точно серая сейчас даст. Лучше бы 2 дал. Ну, так тоже хорошо. Карта что? Иерофант. Во! Хе-хе-хе. Ну, просто глянем, что тут может быть. Цыпа, 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 цыпа. Ловерс. Отлично. Ловерс, 2 красных сердечки. 2 красных сердечки нам дадут серые. 2. Прекрасно. Так, мы сейчас насобираем на еще одну сделку. Хватит вполне. Ну, может и нет. Так, разогнался со сделками. Тоже надо знать меру. Собственно. Ну, что тут может быть? Хэп. Хе-хе-хе-хе. Помощника предлагает за 3. И... Соул-конвертер вообще не нужный.
Я что хотел глянуть? У нас кошачьих артефактов есть? Вроде был ошейник Гаппи, нет? Не было. Не было. Возьмем помощника, ну чё? Ну, конечно, толку от него немного. Но поскольку нам эти сердечки халявные, и биться не пришлось. О, прекрасно. Лучшая битва — это та, которой тебе удалось избежать. Тихо, тихо, ребята. Ну что ж вы делаете-то? Что же вы за звери-то такие? Звери. Мы себе стоим в уголочке и всех мочим. Разве это не круто? Серое сердечко. Ну тут все уже, правильно? Вот, умничка. Умница, дочка. Да ты ж смотри, сколько их. Че тут просто так? А тут просто босс. Ничего не дал. Вот ты ж зажал. Бомбермен. Привет, пока. До свидания. Что, и тут нету камня с крестиком? Ну, нету и нету, ладно. Тоже какой-то жлоб. Но. Это были фекалии. Семейство фекалий. Ну, теперь-то все. Что было? Что это было? Ну, в общем, все мы прошли, что было. Осталось одно, ну, найти секретную комнату. Та, которая рядом с боссом. И вот это, наверное, она. Да, все отстойное. Окей. Причем это еще не та, которая рядом с боссом, это простая. Значит, можем найти еще и рядом с боссом. Ну, явно не тут. Ну, разве что еще тут. А вот нет. Ну что, тут? Или по старой доброй традиции она где-нибудь... Вообще, черти где? Нет, смотрите-ка. Да ладно. Я же не знаю, чем он нам может... Не, ну чем-то может. Пластырь. Повышение здоровья. Правда? Одно красное сердечко. Ах ты ж. А тут мы были. И все. Все красные сердечки мы съели. Ну, не мы, демон. Ну и ладно, идем дальше. Разберемся как-то. До сих пор не используется башка Карампуса. Ну, мне проще получается вот этой одной летающей слезинкой. Босс, вероятно, в нижнем правом углу. Ну, вероятно. Знаете, что мы возьмем? Все-таки у нас красные сердечки появляться начали. Блин. О, сколько всего вкусного. Так, пауки. Пилюли. Локдаун. Неизвестный эффект. Бомбы становятся ключами. Да, у нас там одинаковое количество. Мухи. Телепортация к нечистому, который сразу предлагает, ты не хочешь ли вот уже вниз? На самом деле нет. Еще пауки. О, серых сердечек, отлично.
Трилибомба. Фух. И это все за два ключа. Ну, неплохо. Совсем неплохо. Во-во-во-во-во-во-во, полегче. Какой кошмар. Ну, глянем, что тут. Потихоньку добираем серые сердечки. Хорошо. Нет, это мы не возьмем. На, тут все ясно. Ты куда? Хе-хе. Король суицида. Персонаж подохнет. И зато будет 10 артефактов выложено. Что-то типа такого. Но я думаю, нет. Подыхать вообще неохота. Что дают? Ой, оставьте себе. Какой-то отстой дают. Ну, давайте вверх осмотрим. Лазерный паук. Ай-яй-яй-яй. Он ведь не попал. Хорошо. Хорошо. Опа-опа. Гангма стайл. В общем, ребята тут, смотрю, сами разобрались. Так, где помощник? Иди жри все, ё-моё. Тебе наложено тут сердец 100 тысяч. Вот пусть полежит сердечко, вдруг пригодится. Ну-ка, ну-ка. Блин, спасибо, не надо. Пока что. Ну и нету ничего. Ну и ладно. Просто прекрасно. Все, что ли? Все, на что она способна? Прервемся. Ну да, ну да, конечно. Наплевали тут. Он паука плюнул? Вот маленький гаденыш. Ну что, поехали. Что это было? Не, ну это нормально. Это норма. Ну, есть идеи. Сейчас я гляну, где... Ой, далеко, далеко. Ну ладно. Я просто за то, чтобы взять батарейку, зарядить... Башку Карамбуса. Где она? Что, не тут разве? А, я взял, она у входа лежала. Тьфу ты. Значит, дальше что? Дальше что? Вот тут где-то было секретно. Вот он. Камень с крестиком. Да. В котором что? Да ладно, опять это самый суицид. Нет, нет, это нам не надо. Суицид это не к нам. 8 бомб, не так и много, поэтому ничего мы делать не будем. Идем наверх. В сундук? Че уж. Бжух, куча народу. Где тут босс? Вероятно, вот либо налево вниз, либо направо. Ну, давайте попробуем направо. Тут была не очень идея, но все равно. О-о-о. Не-не-не-не. Никаких. Вот. Бомбы становятся ключами. Да, как бы. Ну пусть больше бомб. Что, еще один такой же? О-о-о!
карта против человечности, которая создает миллион фекалий. Ну, раз нам все равно... А нам все равно, создадим. Зачем, не знаю, но интересно. Это будет весело. Ну, давайте, скажите, что я еще и выбрал самую большую комнату для этого. Ну, не самую. Всего-то 2 на 1, так что... Это ничего страшного. Что интересно, как-то тут мало чего есть. Даже не падает вот этот амулет, который... фекальный. Да, это действительно долго. Ну что ж. Вы просили, я сделаю башку карамбуса. И... да. Так слегка быстрее. Но, к сожалению, так нету... Если бы выпала батарейка, было бы лучше. Но ведь нету. Сто монет хоть объешься. Сколько хочешь. Мы их, конечно, брать пока не собираемся. Руну, естественно, взять. Что-то тут стоит смотреть. А что это за комната с ключом тут? Так, что это такое? Эмпресс. Хорошие карты. Типа библиотека и чувак попрошайка на ключи. Не, нельзя ему давать ключи, я вспомнил. Там же будет 4 сундука золотых. Я не с ключами, поэтому не-не-не, ключи нельзя сейчас отдавать. Потом остаться ни с чем, это будет не весело. Ах. Короче. К боссу надо идти, это что-то. Ну, значит, вниз и налево. Я так думаю. Ух ты, а тут еще и босс. Ух ты, он еще и так делает. Я что-то не вижу, где наша слезинка? Где слезинка? Ого. Как это вообще произошло? Куда она ушла? Вот как-то я растерялся. Да. Ты вот не в ту комнату зашел. Вот еще, хорошо. Ну ладно, чертенок нам намесил этих серых сердечек. Он еще эту сожри. Пилюля локдаун. Нет, вот удачу нам не надо уменьшать. Ну, глянем, что. Сундук с серыми сердечками. Классно. Только мы, да, все равно одно потеряли. Тут хоть как. Ну, еще одно вернули, так что все нормально. Монстр электрический. Электрофорез. Хоп. Опять этот. Все тот же самый, между прочим. Да куда ж ты? Да. Ну чё, к боссу? И тут тоже попрошайка на ключи. А вот так ему. Теперь
теперь тут бомбы становятся ключами. Вот, хм. Где-то же был попрошайка, вот не помню где, правда. Десять ключей, надеюсь, ему хватит. Давай. Окей. Лучше бы там ключи были. Ну все, четыре ключа это нет, надо оставить. В общем, он ни о чем. Окей, окей, идем дальше. Летим дальше, блин. Айзек. Айзек. Ух ты. А у нас-то защиты голяк, вот чё. Я вспомнил-то. Ситуация печальная. Как? Вот нам дали какие-то Лазарус Рекс. Типа обмотки. Бинты Лазаря. Срочно все пополнить и к боссу. Четыре ключа есть? Есть. Значит, хватит. Хотя что к боссу, то там еще долгая дорога в междубосье. Нам бы помогла карта, которая телепортирует прямо к боссу, но ведь ее нету. Ну ладно, придется идти. Что такого? Что такого? Не ходили, что ли? Хаживали еще как. Вот это что? The Devil. Нет, не оно. Надо Emperor. Ладно, пошли в сундук. Так, что дают? Что даешь? Ты что? Помощника дают. Это какая-то муха. Пусть будет. А это что-то новенькое. D4. Reroll into something else. Не-не-не-не. Не надо ничего реролить. Я думаю, и так неплохо. Где ж тут босс? Явно не тут. Ух ты. Это внезапно. Что, у них общее здоровье, что ли? Опять карта против человечности. Нет, ну ее нет. Нет, нет, нет. Чё я сюда-то зашел? Ведь не надо. Нам-то к боссу надо. Босс где? Вот пойди ж пойми. Ну давайте на одну комнату сюда. Ух ты. Блин, тут достали. Хватит своими косами, да ладно. Сердечек-то все нету и нету. А ну-ка. Из этой серой давай. Блин, зажал. Так, смотрим дальше. Непонятно, вот, серьезно. В какую сторону? Ну, вверх или вниз? Ладно, вверх.
Ладно. Ух ты, сразу два. И он же не коснулся. Да ладно. Ну, как-то так тоже. Жри давай сердечки. Демон непонятливый. Оно. Ну, другое дело. Сюда вообще не надо. Ну, другое дело. Вообще классно. Кто такое? И все. То есть надо было вниз. Все-таки вниз. Окей. Разберемся. Ой-ой-ой. Сам коснулся. Сам виноват. Ну, сейчас там надают красных сердечек, а из них хоть одно-то серое выйдет. Отлично. Лемон пати. Нет, беркана берем. Только беркан. Ух ты, 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 ух ты. Не-не-не-не, ребят, прыгать не думайте даже. No jumping. Блин, кто-то попал. Ну, где ты там? Черный, иди работай. Все приятели черные, тут что поделаешь. И только один красный. Индеец, наверное. Карта что за? Judgment. Ну давай, Judgment. О! Ничего. Смотрим, что он нам выдаст. Деньгов-то у нас хватит. Ну, в общем, ерунда какая-то. Дых прыгучее. Hills up. Да нам не надо особо. Как-то так вот просто слезинкой. Оно само. Ух ты, он нам паука сделал. Вот маленький. Брат фекалии. Ну вот как-то так. Пауков полно, всего полно. Где руна? Стоп, где руна? Эй-эй-эй. Еще руну там юзанем, тоже будет пауки и мухи. И это все должно завалить босса просто вот на раз-два. Так он и издох. Все? Вот так просто. Даже ничего не потратили. Можно даже персонажем Lost проходить. Очередная концовка. Ну, походу, нам остается пройти только... Кто там остался? Иден. И можно пытаться мега-сатану завалить. Если получится вот так сходу. А там, глядишь, и до харда дойдем. Ну, хотя... Это тяжело. Плюс еще босс раши не завершены. Вот босс раши надо делать. Только один раз сделал, и то не записал, а этим. А за зизелем. Так, Story Credit. Что-то нам такое интересное пришло. Наверное, какое-то уменьшение цены в магазине. Ну, в общем. Такое прошли.
Всем спасибо за внимание, с вами был Джага, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!